Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное результативности реформирования предприятий с участием государства и приоритетным задачам в этом направлении. В стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определены задачи по поэтапному сокращению участия государства в экономике. В соответствии с ними 14 января текущего года президент подписал указ о мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала. За минувший с тех пор неполный год проделана определенная работа по эффективному управлению государственной долей в уставном капитале предприятий, финансовому оздоровлению экономически несостоятельных предприятий. Как показывает анализ, в настоящее время в стране действуют 2819 предприятий с государственной долей. Большая их часть работает на основе устаревших методов, неэффективно, в результате чего они не способны даже выплачивать дивиденды. Президент подверг эту ситуацию резкой критике. Мы сохраняем присутствие государства даже в тех сферах, в которых на это нет никакой надобности. Все еще не произошло заметных сдвигов в повышении эффективности управления и деятельности государственных предприятий, передачи их функций частному сектору, сказал президент Шавкат Мирзиёев. В связи с этим на совещании определены новые задачи в сфере управления предприятиями с участием государства на 2020 год. Организованы рабочие группы во главе с премьер-министром, его заместителей и советников по вопросам реформирования или ликвидации, сохранения государственного присутствия или передачи частному сектору предприятий. В частности, образованы отдельные рабочие группы по рассмотрению деятельности 140 предприятий в сфере информационных технологий, 1573 территориальных предприятий коммунальной сферы строительства и обслуживания, 137 предприятий в сфере геологии, металлургии и финансов, 49 предприятий легкой промышленности, машиностроения и электротехники, 449 предприятий социальной сферы туризма и фармацевтики, 42 предприятий химической, нефтегазовой промышленности и энергетики, 330 предприятий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, 99 предприятий в промышленных зонах. Рабочим группам поручено в месячный срок провести полную инвентаризацию каждого предприятия, проанализировать их рентабельность, текущие мощности и перспективы, а также разработать по ним конкретные планы и предложения на 2020 год. На сегодняшний день в структуре валового внутреннего продукта государственные предприятия занимают более 55%. И, естественно, при таких условиях, с одной стороны, мы не можем развивать конкуренцию. Это является сдерживающим фактором развития рыночной экономики. С другой стороны, не повышая эффективность госпредприятий, которые занимают такой большой удельный вес в валовом внутреннем продукте, мы не сможем дать дополнительный прирост валового внутреннего продукта. Именно поэтому руководитель обратил это внимание и указал нам о том, что это самый главный вопрос на сегодняшний день, который стоит, и самый главный потенциал, который мы имеем для развития нашей экономики. Со стороны руководителя были даны установки, чтобы либо эти предприятия, если они имеют какое-то стратегическое либо социальное значение, сохранить при этом, повысить их эффективность, повысить их прибыльность и за счет этого повысить, естественно, само собой поступление в виде дивидендов в государственный бюджет. Если же они не имеют стратегического значения, а в большей степени они не имеют стратегического значения, мы это должны признать. Уважаемый президент критиковал, фактически это недобросовестная конкуренция для тех сегментов, где конкуренция, в принципе, уже развита и частный сектор имеет свое присутствие на рынке. Поэтому от таких предприятий мы должны, если они неэффективны, либо ликвидировать, либо продавать частный сектор. Отдельно было обозначено важность и значение 32 стратегическим отраслям. Уважаемый руководитель сказал, что вопрос приватизации – это не сама цель. Самое главное, чтобы эти предприятия работали эффективно. И приватизация должна в первую очередь служить привлечению стратегических инвесторов, которые эти предприятия, во-первых, повысят эффективность, повысят прибыльность, создадут рабочие места, повысят конкурентоспособность производимой продукции и постепенно интегрируются в международное сообщество. В настоящее время у государства в ведении находится более 2500 предприятий. Из них более 1600 форм унитарных предприятий, то есть под какими-либо министерствами. И вопрос был поставлен на текущем этапе реформ, когда мы уже переходим на рыночные отношения, государство должно выходить из бизнеса, уменьшать свое присутствие в экономике. Для этого по поручению президента созданы рабочие группы
каждый возглавляет профильный заместитель премьер-министра по своей отрасли. И данным рабочим группам поручено в месячный срок провести полную инвентаризацию всех этих предприятий и определить, разделить их на три категории. Первое – это те, которые работают неэффективно. При этом в этих направлениях уже есть частный сектор, соответственно, эти госпредприятия не нужны, и дать предложение по их, значит, ликвидации, закрытии. Второе – по тем предприятиям, которые все-таки работают, но дать заключение, имеется ли в этой отрасли уже частный сектор, не мешает ли эти госпредприятия частному сектору, то если таковое, то дать предложение либо по дальнейшей реализации этих госпредприятий в частные руки, либо по определенным отраслям, если на то имеются аргументы, какие-то стратегические отрасли или какие-то социальные отрасли, то оставить их в госсобственности. То есть по истечении одного месяца правительство должно подготовить предложение о будущих всех этих 2500 госпредприятий. Указано, что многие компании буксуют в вопросах финансовой отчетности, внутреннего контроля и аудита, привлечения независимых членов правления. Ответственным лицам поручено ускорить внедрение корпоративного управления в этих компаниях, а также реформирование 32 крупных предприятий базовых отраслей. На совещании президент поднял очень важный вопрос, насколько эффективно мы используем государственные унитарные предприятия с долей государства в уставных фондах этих предприятий. Насколько они приносят пользу, насколько приносят пользу экономике страны, насколько приносят пользу нашему народу. Поставлена задача повышения эффективности этих предприятий. В первую очередь мы должны будем провести технический аудит, должны будем провести инвентаризацию. И по каждому предприятию, уважаемый президент дал поручение спуститься вниз, пойти на каждое предприятие, буквально говоря, пощупать руками и понять, что это такое, что мы можем из каждого предприятия выжать для увеличения его эффективности, для увеличения его рыночной стоимости, для снижения себестоимости продукции, для повышения его конкурентоспособности не только на внутреннем рынке, но и на внешних рынках для того, чтобы производить экспортоориентированную продукцию. В этих целях созданы рабочие группы по каждому направлению, по каждым отраслям. Я лично возглавляю рабочую группу, которая будет проводить эту работу по электроэнергетической, нефтегазовой и химической промышленностям. Работа нам предстоит очень огромная. В течение 10 дней мы должны будем представить дорожные карты, проработанные по каждому направлению, с учетом дальнейшей судьбы, можно даже так сказать, каждого предприятия, которое имеет государственную долю в своих активах. Отмечено, что на каждом предприятии должны быть разработаны и соблюдаться ключевые показатели эффективности KPI, Key Performance Indicators. Определены также задачи по совершенствованию системы начисления дивидендов с государственной доли и контроля их перечисления в бюджет. Даны указания по организации проектного офиса в Министерстве транспорта и привлечению частного сектора к предприятиям транспортной сферы. Подчеркнута необходимость кардинального обновления подходов к приватизации, перехода в этой сфере к соответствующей требованиям рыночной экономики системе. Указано на важность подготовки и повышения квалификации специалистов в области приватизации и корпоративного управления, обучение руководителей предприятий с участием государства. На сегодняшнем совещании президент дал нам четкое поручение о том, чтобы мы провели полное изучение всех рынков, на которых действуют предприятия с государственным участием, проанализировать их эффективность, проанализировать, насколько частные предприятия могут конкурировать с этими государственными компаниями. Также следует отметить, что для данных государственных предприятий действуют определенные льготы и преференции относительно частных структур. То есть эти льготы и преференции, опять же, отрицательно влияют на конкурентную среду и не дают доступа для развития этого рынка. Также президент поручил разработать такой механизм, в соответствии с которым при разработке нормативно-правовых актов о создании какого-либо государственного предприятия обязательно необходимо провести соответствующую экспертизу. На сегодняшнем совещании руководителям страны были даны конкретные и поставлены ясные задачи по кардинальному сокращению присутствия государства в экономике. В этой связи по каждому предприятию будет разработана соответствующая программа, изучена его доходность, стоимость оказываемых услуг,
качество оказываемых услуг населению, с тем, чтобы в дальнейшем, после проведения его приватизации, либо передачи его частному сектору на основе государственно-частного партнерства, эти услуги для населения были намного дешевле, удобнее. Самое главное, целью данных реформ является создание дополнительно высокодоходных рабочих мест для населения. Сегодня мы знаем, что во многих секторах существуют монополии, либо предприятия государственные, пользуясь своим положением, не допускают к участию на этих рынках частных конкурентов. В этой связи вот принятое решение позволит развить конкуренцию в различных сферах. Говоря о социальном секторе, надо сказать, что такие большие возможности имеются и в образовании, и в сфере оказания медицинских услуг. Исходя из этого, будут изучены все возможности для расширения частно-государственного партнерства в этих сферах. По обсужденному на совещании вопросам определены необходимые меры.